я смотрю видео на Ютубе не для того, чтобы читать. На Ютубе видео, блядь. Знаете, что видео такое? Это когда картинка двигается и звук есть. Нахуй читать, блядь. Мне скинули... То есть, после этого видео я должен жестко захотеть поиграть в Warcraft после видео 2010 сын года. Сын мой, в день, когда ты родился, сами леса Лордерона прошептали это имя. Папа? Это мой папа? Артас. Артикс? Папа? Папа, это папа? Это папа идет? Нравится. Я нихуя не понимаю, я после этого синематика вряд ли захочу играть. Я с гордостью смотрел, как ты рос для служения справедливости. Делай. Не забывай. Я дурак, там ничего нет. Наш род всегда правил, полагаясь на силу и мудрость. Там ничего нету, куда ты делаешь? И я знаю, что ты проявишь сдержанность, будучи наделенным такой властью. Утонет. Он же утонет. В игре такое есть? Папа, не надо, папа. Это папа Артикс? Нихуя, ладно. Ну это не отменяет того, что чё, нахуй я это смотрю, блин. Да где мой папа? Воодушевив сердца своего народа. Ты узнаешь, что такое истина. Орки? Темная победа. Знай это. Ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь... Это этот король ночи, что ли, из этого Игры престолов? Королем. Охуеть, нихуя не понял, но выглядит охуенно, конечно, топово. Спасибо. Опять мне скинули хуйню, ёбаную. Эй, адский крик. Прими свою судьбу. Это Рас аль Гул и Бэтмен? Вы... Да скип нахуй. Да, блядь, сколько мне нахуй... Ладно, подождите, сейчас еще, ну, секунду, мне просто надо кое-что посмотреть сейчас, но я экран не буду показывать, че. Алло. Алло, Влад, ты сколько можешь... Да ёб твою мать! Да, блядь, я обосрал, блядь. Я перданул, блядь, я обосрал свои... Извините, там надо было просто важное видео посмотреть.